Привет, коллеги, начинаем краткий анализ на сегодня. Основным сценарием развития событий по евро является тест баланса недели 1.21.15 и снижение до лимитного покупателя 1.20.78. При пробое баланса недели последующим сопротивлением на сегодня выступает лимитный продавец 1.21.46. Ожидаем достижения баланса недели по британцу 1.3959. Основным сценарием является последующее повышение до отметки 1.4015, где расположен лимитный покупатель. Альтернативным сценарием является закрепление ниже баланса недели и последующее снижение до цели 1.3920. В случае успешного теста убытка маркетмейкера 0.7863 по австралийцу ожидаем повышение с ближайшей целью лимитный продавец 0.7905. Если же обозначенная поддержка будет пробита, тогда последующим уровнем для поиска паттерна на покупку выступит лимитный покупатель 0.7828. На протяжении европейской сессии ожидаем тестирования лимитного продавца по золоту. Это отметка 1797.50. Основным сценарием является отбой и закрепление ниже баланса недели до окончания торгового дня. Баланс недели расположен по отметке 1790. В случае пробоя 1797 максимальной целью роста на понедельник выступит опционный уровень по отметке 1808. По паре доллар-иена закрепляемся выше лимитного продавца 105.73. Субъективно предполагаю, что это ложный пробой, и до конца суток ожидаю снижения до баланса недели 105.54. Если же основной сценарий будет отменен, тогда среднесрочное повышение с целью 106.45 до конца недели фактически будет реализовываться. По паре доллар-франк тестируем лимитного продавца 0.8997. Основным сценарием является ретест и снижение до баланса дня 0.8971. При пробое баланса дня максимальной целью снижения на понедельник выступит лимитный покупатель 0.8943. Если же лимитный продавец будет пробит, тогда максимальной целью повышения на сегодня выступит убыток маркетмейкера 0.9024. По нефти ожидаем тестирования баланса 59.26 и последующее коррекционное повышение до лимитного продавца 60.26 долларов. Так как лимитный покупатель расположен ниже, то в случае пробоя баланса недели первоначально либо последовательно ожидаем снижение с целью 58 до 0 и лимитный покупатель. Канадский доллар имеет потенциал повышения на сегодня до лимитного продавца 1.2666, в случае успешного теста которого ожидаем снижение до конца дня до отметки 1.2586, где расположен лимитный покупатель. Исходя из прибавления позиций объемом 29 миллионов в зоне поддержки хеджоу 1.2538, основным сценарием по канадцу является снижение до обозначенной поддержки. Природный газ ожидаем на закрепление выше отметки 2.961 сегодня. Среднесрочно ожидается продолжение повышения до отметки 3.25. Пара доллар-рубль пробивает зону с 4%, реализуется альтернативный сценарий развития событий. Ожидаем ретест отметки 74.40 с обратной стороны и продолжение повышения до окончания суток с ближайшим сопротивлением зона 6% по отметке 74.87. Криптовалюта биткоин намерена протестировать ближайшее сопротивление зону 40% в ценовом диапазоне 57948. Фондовый индекс Dow Jones намерен протестировать зону 8%. Сегодня ожидаем достижения 31652. Всем спасибо за внимание. Ставь колокольчик и получай первым уведомление о новых видео. Интеллектуальный трейдинг 21 века. Никакого страха или жадности. Только опционный анализ и холодный расчет.